Подрядчика, возводившего дом без цемента, оштрафовали, а компания, осуществлявшая технический надзор, лишена лицензии. Таковы результаты проверки строительства 17 трехэтажных домов в районном центре Атасу Лутауской области. После появления этого видео в соцсетях объект осмотрели специалисты ГАЗ. Выяснилось, что без раствора уложено несколько кирпичных рядов. Откровенную халтуру подрядчику пришлось переделать. Но дома, возводимые по госпрограмме, снова пройдут государственную экспертизу. На подрядчика был наложен штраф 400 МРП. Это около 1 200 000 тенге. На технадзор штраф составил 60 МРП. Если нарушения на объекте будут повторяться, меры будут уже жестче.